Итак, друзья, привет! Я рад вас приветствовать в вступительном видео. Также это будет видеоурок. И здесь мы поговорим об этой программе, которая будет автоматически зарабатывать нам WebMoney. Эта программа называется InstaToo Pro. Программа для продвижения в Instagram. Я прошу вас досмотреть все видеоуроки до конца. И вы поймете, что мои слова являются правдой. Итак, вот она, эта программа, которая называется InstaTool Pro. Вот он, этот сайт. Адрес andrey7soft.ru. InstaTool Pro — программа для продвижения в Instagram. Итак, зашли на этот сайт. Прочитайте инструкцию, что эта программа, какие функции выполняет. Эта программа платная, но так как я вам обещал, что заработок будет без вложений, поэтому нам необходимо скачать сначала бесплатную версию. То есть InstaTool Free — бесплатная версия. Переходим вниз, нажимаем InstaTool, читаем здесь инструкцию. Смотрим видео, как она работает. Нажимаем кнопку «Скачать» и скачиваем ее. Далее, когда установите, будет вот такая программа. То есть появится ярлычок. Запустите ее. И будет вот такая программа со всеми настройками. Основное, логи и так далее. Давайте поговорим, каким образом вы будете зарабатывать. С помощью этой программы можно зарабатывать тремя способами. Какими способами пользоваться, это решать вам. Так как я говорил, что это не партнерские программы, но отчасти она связана с партнерскими программами. То есть, если вы не хотите и не желаете работать с партнерскими программами, вы можете не выбирать данный способ заработка. Хотя я работаю со всеми тремя способами заработка, и у меня довольно неплохие результаты. Итак, три способа, как можно зарабатывать с помощью этой программы. Первое – это партнерские программы. То есть вы создаете аккаунт в Инстаграме, наполняете его под офер и запускаете программу и начинаете и включаете функцию Mass Following. Таким образом вы будете получать лиды. Это только первая версия. Как можно зарабатывать? Вторая версия – создать свою публичную страницу или несколько публичных страниц и раскручивать свою публичную страницу, и где-то через месяц у вас будет 10 тысяч подписчиков, и вы сможете продавать рекламу. Раскручивать вы сможете практически бесплатно. То есть вы можете создать 5-10 сообществ, и через месяц у вас будет уже, допустим, от 50 до 100 подписчиков. От 50 тысяч до 100 подписчиков. Соответственно, вы сможете продавать рекламу в каждом сообществе по 300, по 500 рублей. Соответственно, считайте сами, что, допустим, 10 сообществ и по 500 рублей реклама. То есть 5 тысяч в день вы сможете зарабатывать легко. И третий способ — это привлечение потенциальных подписчиков, потенциальных клиентов в сообщество. То есть раскрутка сообществ раскрутка сообществ вами за счет клиента. То есть вам будут платить 2 рубля, там, 1,5 за одного подписчика. Вы будете брать, допустим, заказывать 10 тысяч подписчиков и будете раскручивать их. Это не боты, это живые люди, то есть потенциальные клиенты, которые могут перейти и что-то купить. Все три версии заработка протестированы, и вы сможете с легкостью начать зарабатывать. Итак, это была вводная часть урока. Для начала необходимо вам в Гугле или в Яндексе вбить InstaTool Pro и перейти по ссылке. Далее переходите по ссылке, переходите вниз, нажимаете бесплатную версию. Как заработаете первые деньги? Я рекомендую вам сразу же приобретать платную версию. Чем отличается платная от бесплатной?
В бесплатной версии вы можете работать только с одним аккаунтом. То есть вам необходимо будет потренироваться и увидеть, как все это делается. Также недоступна работа через прокси. Это я в дальнейшем расскажу тоже, что это такое. Недоступна функция парсинга пользователей и так далее. Вам пока все сейчас это не нужно. Я вас научу пользоваться бесплатной версией, потом перейдем уже к платной. Итак, это была вводная часть курса. Сейчас вам необходимо скачать эту программу и установить ее на компьютер. У вас программа выглядит вот таким вот образом. Если программа не открывается, если у вас Windows стоит, допустим, другой, то вот у вас появился значок, иконка. Нажимаете правой кнопкой и запустите от имени администратора. Все, программа запускается. Пошла программа работать. Все. Идет загрузка и программа запустится. Все, программа запустилась. Итак, друзья, приступайте к следующему уроку. Скачивайте программу.